как нянька. Бегу. Харитон не ведут. Срочно дела. Только у меня нет. Как всегда. Добрый вечер, мои любимые. Звоню вам подруга, как говорит, забери Харитон. Не показала вам закат. Все равно красиво. Что это за шум? Не знаю, где горит. Не вижу. Может свистнуть? Вон она, горит, бежит. Но я не буду показывать, потому что подруга не любит этого какло. Тетечка моя. А? Да, буду с ней гулять. Пока. Гулять. Все, ушла. Ушла твоя хозяйка. Пошли. Пройдемся. Какая красота, мои любимые. Спасибо, Харита, что ты меня вывела. А то бы я так и загнивала бы. Дома. Загнивала бы. Что-то я такое интересное смотрела. А, светофора. А потом читала комментарии. И там чего только ему не пишут, этому прекрасному, можно сказать, осознанному парню. Да тебе надо... Да-да, и все знают, что ему надо. Каждый знает, что ему надо. Про себя не знает, а про него все знает. Как так? Пошли, Люсь, пошли. Пойдем. Идем. Сколько там? Дворы? Очень много. Прыгают. Спортсмены. Сейчас покажу, как они там все катаются и прыгают. Как им не хватает тут тоже. Почему они не идут туда, на стадион, непонятно. Но, видать, им тут нравится. Идем, Люсечка. Небо шикарное. Такие цвета. И сиреневые, и розовые. А там как будто луна. Кстати, сегодня полнолуние, вы знаете? Или сегодня ночью было, или сегодня будет. Вот там вижу прям луна. Такой круглый светильник. Но на этом телефончике почему-то не видно. Покажи, Люсь. Не хочет. Ну, не хочет, значит, не надо. Правда, такое небушко. Видите, сколько там цветов. Мне было 12 лет, я помню. И мне так было жалко друга. У меня был друг в детстве. Ну, у меня много было. Ну, и один из них... был дальтоник, вот такой жесткий, или как это? О, господи, там где-то собаки лают. Пойдем, друзья. Уходим. Убегаем. Быстро. Быстро. Он цвета вообще вот видел какие-то, знаете, то ли серо-коричневые, то ли какие-то непонятные, когда я ему показывала, например, там розовые цвета, красные, зеленые, он вообще не видел. А на красный говорил зеленый или какой-то там. В общем, такое. Вообще, как они прыгают. Спортсмены. Они раскатываются почти солнышком и оттуда сигают. Представляете? Прыгают в песок. Прям как я. В детстве. Так все красиво. Или я так вижу. А вы по-другому. Пошли, Люсечка, прогулялась. И с Юлькой ты много гуляла. Пошли домой. Куча дел у меня, правда. Я наконец-то подключила домашний интернет. Слава богу за все.
Теперь могу на Дзен, на новые и на старые загружать. А YouTube почему-то у меня вообще не включается. Хотела Ксюшу Аскет посмотреть. У Ирины Хинди Лайф много видосов не видела. Тоже хотела открыть, посмотреть. А там... Что там, собачка? А там вообще не грузится. Крутится, крутится колесико и не загружается. Хотя вот этот мегафон у меня питерский. Очень-очень-очень мощный интернет, классный. Что-то с Ютубом. Я думаю, какие-то работы ведутся. И верю, что скоро все заработает. И все будет прекрасно. Уже все прекрасно. Небушка, обалдеть. Всем волшебного вечера, мои любимые. Спасибо, что вы есть.